Что тут? Интересно. А что за упражнение? Следующий. О, там завалил. Ну что он там? Сейчас попробуем повалять трансальтку. Попробуем повалять. Подожди, неправильно. Серега, ты умеешь так делать? Ты умеешь так делать? Не понял. Вот так умеешь делать? Ну, он на гусе так. А тики-ток умеешь, как жары избегать? Ну, надо с направлением хреново. Я пару раз жестко падал при таком раскладе и это. Было очень больно, и мотику и тебе. Да. Просто с амплитудой падаешь. Я перед переставлял и зацепился за кромку. Вот, ага. Он пошел, я такой тых перед ком, да, и он амплитудно так. Вот и... так. Да. Марк? Что там, ноги целы? Да все нормально. Все, тогда пол. Как они так делают? Надо что, вот так вот? Все, разложили Африку. Да даже в экипе здесь я пару раз раскладывался больно. Ну больно, но целый. И головой, и плечом, да, даже D3O и все. Так, очень аккуратно. С мотиком что, нормально все? Современные мотики тяжело то же самое. Это называется поспешишь людей на смешу. Не надо выебываться, как говорится. Да. Сам-то цел? Снимал? Они там падают все вообще весело. Там. Они